Всем привет. Как обычно, AliExpress. Очередная посылка, которую сейчас будем скрывать. И здесь у нас ребенку для куклы веселые трусики. Поскольку Кира у нас Бельчикова, трусики у нас с Белочкой. Атласные с принтом. Ну, я думаю, на куклу будут в самый раз. Посмотрим, как Кира отреагирует на это. На такой подарочек. Ребенки, они ведь внимание требуют. Так что заказывайте. Ссылка на данный аксессуар будет в описании. Ну а пока все. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Вот, китайцы тебе прислали подарочек. Какой? Угадай. Точно. Сейчас хлебушек достанем и достанем твои труселя. Вау, труселя Кати. Прикольно. Прикольно? Да. Нравятся? Ей мало будет. Мало? Да нормально будет. Ну сейчас тогда попробуем одеть ей труселя. Ну пробуй. Левую ножечку или правую. Я уже запуталась в Кате. Катя, Катя. Что ж ты такую жопку-то отъела, да? Да. Катерина. Катерина? Да. Что Катерина? Катерина жопу себе отъела. Зато трусы красивые. Да. Поправляем. Поправляем. Кате трусики. Ай, жопку режет, жопку режет. Туго-натуго, да? Нет. Нет? Сядут, не будут резать. А ну покажи, какая она стала красивая. Нет, трусы теперь есть. Трусы теперь есть. Да. Красотка такая, да? Да. Ты довольна? Угу.